Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Канал только о смарт-часах. И в данном случае мы с вами поговорим о обновлении, которое доступно со 2 марта 2022 года для часов Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. Многие уже обновились, но лично мне еще это обновление не пришло. Я живу в Сибири, да, это город э, Иркутская область, город Братск. И до меня обновление не дошло, но еще по той причине, что у меня LTE-версия. Обычно на LTE версию уже приходит после того, как получат э, обновление не LTE-версии. Но я поузнавал э, у людей, которые обновились, что же там изменилось, э, некоторые люди утверждают, что изменился режим АОТ. Вернее, исправили режим АОТ, и он теперь работает нормально, не тормозит, не глючит, все показывает верно и точно. Некоторые боятся обновляться по той причине, что заблокируют Google Pay или Samsung Pay на, теле, на территории России. Но люди говорят, те, которые обновились, что никаких блокировок не произошло. Как они раньше расплачивали Samsung Pay и Google Pay, так и расплачиваются теперь также. Никаких проблем. Поэтому не бойтесь обновиться не бойтесь, что там что-то заблокируют или урежут. Вообще на официальном сайте, по ссылочке, которая есть в описании видео, вы пройдете и прочитаете там следующую строку по этому обновлению, которая весит 107 мегабайт всего лишь. Улучшена стабильность и надежность работы системы. Никаких ограничений там не вводится. 107 мегабайт не так много, я думаю, что все-таки это были фиксы, да, исправления тех недочетов, которые были в предыдущем большом обновлении, после которого у многих, у меня в том числе, перестал работать режим АОТ на сторонних циферблатах, а только на циферблатах, которые встроены в часах, предустановлены в часах. Все остальные, они глючат, 5 минут работает, а потом начинает просто время останавливается и все. Поэтому, дорогие друзья, это обновление это исправляет. Возможно, еще какие-то мелкие фиксы, но никаких подробностей об этом обновлении особо-то и нет. Но, ну, по крайней мере, я ничего не нашел. И если найдете вы, буду благодарен, если вы в комментарии ссылочку оставите. Но не бойтесь, дорогие друзья, обновляйтесь, никто ничто не блокирует. Это я вас подбадриваю. А если вы вообще не знали, что у вас обновление вышло, вот такое, ну, многие, я думаю, не знают, вы просто пройдите и посмотрите, а вдруг у вас обновление. Как это сделать? Так вот, вы сейчас видите на своих экранчиках. Заходите, смотрите, если доступно обновление, берете и обновляетесь. Советую после обновления сбросить кэш. Это очень важно. Ну, а еще лучше вообще сделать полный сброс часов. Это вообще вещь рекомендованная спасибо вам за ваше внимание подписывайтесь если вы еще не подписались ставьте лайки а также советую вам переходить в яндекс цен канала galaxy Watch ссылочка в описании до свидания всего доброго до новых встреч